Добрый день, коллеги. Меня слышно? Да. Самое время начать лекцию, но никого нет. Это нормально? Ну, то есть люди обычно в течение 10 минут подходят или, в принципе, обычно уже к началу все присутствуют, желающие? Ну, в течение 10 минут обычно все-таки кто-то еще подходит. Ну, тогда подождем еще немного.
Ну что ж, я думаю, начнем нашу лекцию. Полагаю, что все желающие уже собрались. Да? Так, коллеги, еще раз добрый день. Меня слышно, да, меня видно, и можно начинать, я полагаю. Да. Отлично. Итак, сегодняшняя лекция посвящена продолжению исследования структуры хроматина. Сегодня она будет на более проблематичную тему, а именно как получать карту HiSeq после эксперимента HiSeq, имея на руках сырые риды. Я полагаю, что на прошлом занятии Ирина вас познакомила уже с трехмерной структурой хроматина. Надеюсь, вы вдохновились, увидев все это великолепие, вот эти различные структуры в разных организмах, на разных стадиях развития или клеточного цикла. Вот. А сегодня мы будем, у нас будет лекция более прикладного характера. И это будет только первая часть лекции. Следующая также будет посвящена именно анализу, то есть инструментам, которые мы используем, и подходам. Вот. Ну, целью сегодняшней лекции, в общем, будет достижение понимания того, как же мы получаем ту самую HiSeq-карту и что можно посмотреть, имея вот эту матрицу контактов, прям, так сказать, без каких-то специальных инструментов. Так. Итак, повторим еще раз немного основы HiSeq-протокола. Я не работаю в мокрой лаборатории, я анализирую, поэтому поверхностно давайте пройдемся и вспомним еще раз, что же такое HiSeq-эксперимент. Значит, мы хотим узнать структуру хроматина. Для этого клетки фиксируются, в ядрах хроматин фиксируется и разрезается специальной рестриктазой, которая обычно режет по определенному мотиву. И оставляет липкие концы, то есть на концах есть несколько неспаренных нуклеотидов. Дальше они заполняются, так и называется fill-in, заполнение этих концов. И во время этой процедуры туда также пришиваются такие биотиновые шарики. Следующий этап – лигирование. Опять же, добавляются какие-то специфичные агенты, которые позволяют соединяться этим концам. Таким образом, это происходит, здесь происходит некоторый вероятностный процесс. То есть те участки, которые были близко друг к другу после сшивки, они и с большей вероятностью будут лигироваться. Так, что-то у меня тут... Так, что-то с тенью. Вот. Они с большей вероятностью будут лигироваться. И если они в трехмерном пространстве далеко друг от друга располагались, то и, соответственно, весьма маловероятно, что они вместе вот так вот сошьются, чего мы и добиваемся. Затем отмывается фиксирующий агент, дальше еще раз фрагментируется ДНК. Таким образом, у нас в растворе появляются вот такие вот химерные молекулы, состоящие из двух участков. И как раз-таки эти участки, они соответствуют одному геномному локусу и второму геномному локусу, которые находились близко друг к другу в пространстве. И на самом деле здесь не показано, но появляется еще много других участков, просто потому что как бы во время фрагментации мы нарезаем вот эти вот молекулы, да, таким образом, что там есть как участки, обогащенные вот такими вот контактами, так и просто фрагменты ДНК. И
Вот особенность протокола HiSeq как раз состоит в том, что сюда добавляли вот эти биотиновые шарики, да, и тут нам становится понятно, зачем. Затем, чтобы потом именно за них вытащить интересующие нас фрагменты. Нас интересуют фрагменты, где было лигирование, и вот таким образом библиотеку обогащают. Именно это протокол HiSeq. То есть есть же разные методы, возможно, Ирина упоминала, не знаю точно, есть 3C, 4C, и вообще все начиналось с 3C, когда только там для одного участка генома смотрели, как он взаимодействует с другим. 4C это было один против всех, то есть мы берем заранее заданный участок генома и для него смотрим взаимодействие со всеми остальными. HiSeq же за счет вот такого метода обогащения библиотеки интересующими нас участками позволило определять контакты всех против всех. То есть для каждого геномного локуса мы знаем, заранее не предопределенного, мы знаем его частоту взаимодействия с другим геномным локусом. Вот это та самая карта HiSeq, которая позволяет нам анализировать структуру хроматина. Так вот. Благодаря этим шарикам мы можем вытащить интересующие нас фрагменты и обогатить таким образом библиотеку именно тем, чем нам надо. Дальше идет ПЦР и секвенирование. И потом в несколько этапов эти риды картируются, там несколько процедур, и, наконец, мы получаем карту HiSeq на выходе. Выглядит она примерно вот так. Например, это для человека. Как Ирина вам наверняка уже показывала, бывают совершенно разные структуры. Это зависит от организма. Вот. Ну, конечно, какие-то общие черты тоже есть непременно. Но, в общем, это интересная история про то, что бывает по-разному все. Есть ли здесь вопросы? Угу. Отлично. Собственно, здесь то же самое. Отображено второй раз. Надо понимать, что вот у нас есть участок, допустим, лигироваться может здесь, да, лигироваться может здесь. И это такой достаточно простой вариант, какой я нарисовала. У вас там с одной стороны 5 штрих-конец, с другой стороны, да, 3 штрих-конец. И вот в таком случае у вас будут риды ложиться как forward-reverse. Вот. Но там на самом деле различные комбинации возможны, мы потом это обсудим. Так вот, еще раз. Мы секвенируем данную библиотеку. Ну, здесь я уже не отражала вот эти все этапы протокола, а так более коротко, да, что мы получаем. То есть мы получаем некоторый продукт лигирования, который состоит из двух молекул. И таким образом, зная, допустим, куда закортируется рид с первой части и куда закортируется рид со второй части, мы в итоге делаем вывод о том, что они взаимодействовали в пространстве. И у нас риды парные. То есть, с одной стороны, рид 1, там, с другой стороны, рид 2 или наоборот, неважно. У них есть, да, некоторая часть ID общего. То есть потом мы будем знать, что вот есть рид 1, у него ID определенный, есть рид 2, у него такое же ID. И вот поэтому, поскольку это парные риды, да, мы знаем, что они пришли из одной молекулы, то есть они были в контакте. При этом рид 1 и рид 2 закортировались, да, совершенно, может быть, достаточно далекие на далекие друг от друга в линейном геноме участки. Значит, вот эти фрагменты, они бывают разнообразной длины, и там, в принципе, и потом их отбирают по длине некоторым образом тоже на... Ну, это входит в протокол в мокрой части. Но в целом то, как часто будут разрезаться вот эти вот... То, как часто будет разрезаться ДНК, в целом зависит от фрагмента рестрикции. Ну, соответственно, длина этой молекулы зависит от рестриктазы, которая используется. Вот. В общем, варьируется там, от 500 пар оснований до 1000 для разных рестриктаз. И это на самом деле не совсем бесполезное знание. Да? Казалось бы, зачем нам это? Это вообще часть протокола. Дело в том, что это дает... карты разного качества. Даже если у вас одна и та же глубина секвенирования, если протокол был сделан с разными рестриктазами, вы можете как бы при одном и том же количестве, в общем, контактов или ридов иметь карты худшего или лучшего качества. Вот, поэтому если вы где-то видите HIN-3, то тут надо понимать, что это немножко
чуть-чуть устаревшие. Хотя статьи вот там 2020, по-моему, даже 2021 года, там HIN-3 есть. Ну, вообще лучше DPN-2. Мы уже поняли, что это будут карты лучшего качества. Итак, имея риды, мы картируем их и таким образом определяем, что вот между вот этими участками генома, куда закартировался рид 1 и рид 2, было взаимодействие. Они были близко друг к другу в трехмерном пространстве. Поэтому что нужно сделать? Нужно правильно закартировать риды. Вот они, риды. Они картируются с помощью вот этих вот картировщиков, которые, что называется, Splice Aware. То есть у вас уже был наверняка анализ данных RNA-сека, да, я уверена, да? Да. Угу. Вот, и там специальные картировщики, которые позволяют разрывать рид, грубо говоря, потому что у вас там экзон junction соединение, и вот, значит, одна часть рида может поэтому ложиться на одну часть генома, а там половинка рида на другую. То есть речь даже не идет о том, что один рид в одно место, а другой сильно далеко. Это понятно. А вот именно, что даже сам по себе один рид, вот side one, может лежать, может как бы разрываться на две части и картироваться. Вот и нам тоже такие картировщики нужны. То есть примерно такой же картировщик используется, потому что, смотрите, здесь у нас такая красивая ситуация, когда вот рид 1 лег сюда, рид 1 сюда, ну и понятно потом, что происходит. А бывает такое, что рид 1 как бы переходит вот в этот, переходит... Если рид достаточно длинный, а у вас фрагмент, точка лигирования где-то вот там сбоку, то у вас будет рид покрывать как бы два участка, да, ну, там коричневый и зеленый. А они же пришли из разных участков генома. Поэтому нужно позволить этому риду как бы разбиться на две части, чтобы закартировать его. Но здесь как бы более простой случай, когда вот, значит, один закартировался, второй, но... Речь о том, что мы это делаем вот этими специальными картировщиками. Но, как понятно, это идеальная ситуация, когда оба рида закартировались уникально, замечательно. А бывает все не так однозначно. Например, один из ридов может закартироваться уникально, а другой будет мультимаппером, будет много куда картироваться. И, ну, то есть не будет иметь выравнивание фактически. Обозначается это как MU. Я потом покажу, где мы будем использовать вот эти вот аббревиатуры, зачем они нам нужны. Вот здесь вот там история про то, когда оба покартировались много куда и в итоге никуда не были отнесены. Здесь, по-видимому, рид был то ли потерян, то ли еще что-то с ним случилось, но, в общем, он не закартировался. Вот. И мы видим, да, здесь наименование M – мультимаппер, а NM – это... Noun, по-моему, означает, ну, то есть вообще ничего, а этот мультимаппер. Вот эти обозначения, восклицательный знак, это не просто знак привлечения внимания, это то, как потом будут обозначаться такие варианты в специальном файле. Значит, когда у нас мы выровняли риды, потом создается, то есть выровняли, и имеем некоторое выравнивание. Да? Следующий этап – это создание файла в формате pairs. Что такое pairs? Pairs – это вот у нас здесь есть read ID, то есть это файл, в котором содержится информация о том, куда закартировались оба рида из одной пары. Да? То есть вот это read ID – сначала, потом HR1, POS1 – это хромосома, на которой первый рид закартировался, и позиция. Да? HR2, POS2 – это хромосома для второго рида и позиция для второго рида, и еще для них цепи. Да. Надо понимать, что у нас могут быть межхромосомные взаимодействия, то есть вообще, например, эти риды могут закартироваться на разную хромосому, это нормально, и нам это тоже интересно. Так вот, вот эти вот восклицательные знаки просто будут у вас появляться вот в этом вот файле. Вместо там хромосомы 1 будет восклицательный знак, потом, по-моему, вместо позиции то ли 0, то ли прочерк. В общем, вот где они используются, вот эти вот знаки. Если вы увидите в pairs там такие знаки, это означает, что вот что-то, ну, не закартировались нормально риды. Ну, часть из них. Это нормальное, в общем, явление. Так.
сейчас. Вот, а здесь становится понятно, зачем же нам знать, что такое МЮ и ММ и так далее. А, значит, наверняка, и вы работали уже, я так понимаю, с разнообразными типами данных, и с чипсеками, и с атаксеками, и с RNA-секами, и я надеюсь, что вы запускали пайплайны, так ли это? Ну, типа NF-коровские. Мы не смотрели, но не запускали. Угу, ну, хорошо. В общем, мы тоже, на самом деле, будем смотреть, но запускать не будем, потому что у нас все сложно с кластером. И, кроме того, в принципе, так достаточно у вас работы будет. Но смысл в том, что эти пайплайны, помимо того, что выдают вам результат, еще обычно позволяют там, значит, запустить мульти-QC. Знаете, да, что такое? Да. Ага, отлично. Вот, и выдают вам как бы статистику по всем образцам, которые вы вот на вход подавали. И для HiSeq тоже такое же есть, такая же опция. Вот, и вы, значит, получив этот мульти-QC, там уже не только как бы о самих сырых ридах, да, информации, обычно этот мульти-QC запускается уже, когда там закортировалось все, и вы хотите посмотреть, ну, каково качество вообще данных, что там произошло. Понятно, что просто FastQC, который на сырых видах делается, ну, недостаточно. Надо уже информацию о том, как это все закортировалось и какие пары получились, чтобы оценить то, насколько успешно прошел эксперимент. И вот здесь как раз и встречаются эти обозначения. UU – это unique-unique. Это, видимо, то же самое, маленькие буквы. Почему они маленькие, я не знаю. Ну, в общем, однозначно, ну, то есть я пыталась понять, что это значит. Но и те валидные. Также есть RU и UR. Значит, это означает rescued unique, unique rescued. Что это значит? Это когда у вас один рид закортировался хорошо, а со вторым были какие-то сложности, но вот его как бы спасли. Например, на нем было вот этот сайт легирования, и его пришлось там на две части разбить, допустим. В общем, это скорее относится к каким-то более сложным случаям, когда с ридом были какие-то сложности, но все закончилось хорошо. Вот rescued, ну, то есть спасенный рид. Вот, и получается, вот эти четыре первых типа считаются как правильные пары, которые мы дальше берем в анализ. Ну, естественно, оценивая там процент этих самых пар, которые вы можете взять в анализ, вы понимаете, насколько хорошо вообще прошел эксперимент, можно ли дальше работать с этими данными. Вот. Но здесь, в принципе, нормальные достаточно результаты. Вот это, по-моему, из нашей работы я прям взяла. Вот. Все остальное – это мусор. Фактически дупликаты, мультимапперы. То есть мультимаппер уник не считается, да, потому что нам нужна пара. Если там один закортировался, а другой совсем нет, ну, мы ничего не будем знать о контакте вот этого вот, который закортировался. Нам эта информация ни к чему. В общем, запоминаем, что первые четыре вот здесь перечисленные – это валидные пары, а все остальное нам не нужно. И мы понимаем, что, в принципе, у нас библиотека нормально получилась, эксперимент прошел успешно. А что такое Volks policy? Дальше. Видите, здесь написано. А вот что. Не все так просто в этом мире, и не всегда бывает, что мы ловим только парные контакты. Бывает такое, что вот более сложная история, когда там целых три контакта рядом. И тогда, если у нас длинные риды, нет, давайте сначала посмотрим, что бывает, если короткие риды. Вот здесь, значит, синеньким короткие риды, мы сможем определить взаимодействие розового участка и коричневого, да, мы просто не будем знать про зеленый вообще. А если мы возьмем длинные риды, и длинные, я имею в виду такие, ну, даже 150 пар оснований, это уже считается длинной. Одним словом, вот, вот здесь написано, например, длиннее 150, да, то довольно часто возможны вот такие вот варианты, когда рид, когда у нас получается вот после сшивки такая вот молекула из трех продуктов, из трех, да, участков, то есть это они все друг с другом там залегировались в ходе HiSeq-эксперимента, и мы смогли из-за того, что длинные риды, прочитать как бы и вот этот второй участок тоже зеленый. И тогда при картировании, значит, это будет
Вот такая вот история, что у вас есть РИД, и он вот разбивается на две части, но тоже спасибо, мы как бы разрешаем ему разбиваться на две части, он у нас как splicing aware вот подходит для этой цели. И один РИД, допустим, нормально, да, закартировался. Или тут какой-то вариант, когда часть РИДа закартировалась множественно, и это придется выбросить. Часть РИДа закартировалась еще в какое-то место, и вот один РИД нормально. В общем, это так называемые волкс. Почему так назвали, не знаю. Но суть в том, что это могут быть важные контакты, и терять их не хочется. И вот инструмент, с помощью которого мы, в принципе, обрабатываем данные, позволяет и такие тоже варианты рассматривать и включать их в анализ. Не выбрасывать как что-то очень странное, а позволяет как бы анализировать. Для этого есть такой параметр в том инструменте, который мы используем для картирования под названием Volks Policy. И инструмент Pair Tools. Вот на самом деле инструмент Pair Tools нам дает потом вот такой вот файл. Но мы еще будем об этом говорить, разумеется. И там есть параметр Volks Policy, и если вы хотите, чтобы вот эти все такие вот ситуации тоже были у вас даны, то надо выбрать All. Вот. А по умолчанию он ну, как бы избавляется от них, но вы можете потерять большое количество данных. Итак, давайте попробуем понять, как же у нас строится карта контактов. Вот сейчас есть у нас один, значит, один РИД закартировался в одно место, другой РИД в другое. Есть у нас пары, то есть координата, хромосомы, позиция для одного РИДа, хромосомы и координаты, то есть позиция в геноме для другого РИДа. Цепи вообще не сказать, что очень важны. То есть мы просто обычно смотрим именно частоту контактов. Вообще HiSeq-карта дает вам частоту контактов без учета каких-то, без учета цепи. Просто вот регион генома, а не то, что там на лидирующей цепи или на форвард или на реверс. Так вот, давайте вот посмотрим, каким же образом из этих пар можно составить карту контактов. Это вообще сейчас будет коллективная работа. Расскажу подробнее. Смотрите, у нас есть геном, и обычные HiSeq-матрицы создаются таким образом, что это матрицы, то есть весь геном разбивается на бины одинакового размера, ну, какого-то определенного заданного. Мы потом поговорим об этом. Например, 1 килобаза или 5, вот, 5 килобаз. Весь геном разбился на 5 килобаз, и мы для каждого 5-килобазного участка хотим определить его частоты контактов со всеми другими 5-килобазными участками. Да? Каким образом из этих пар, которые я уже показывала вам неоднократно, получается карта HiSeq? Она получается суммированием фактически тех пар, которые суммированием событий контакта между парами, которые вот попадают в определенные бины. Вот, например, у нас в... Сейчас, у нас... Пусть у нас будет тот самый аналог файла pairs, и мы и бины геномные вот такие, да, то есть мы берем 5 килобаз, и вот здесь видно, что мы геном разбили на бины одинакового размера. Рассмотрим только одну хромосому, допустим, там хромосому 1. Мы знаем, что один РИД закартировался вот на позицию там, 10 тысяч, а второй на 10 900. И смотрим, куда же это попадает. Значит, первое попадает в бин номер 2, да? Правильно? Угу. Вот, а здесь я сделала такую игрушечную матрицу и номера бинов. То есть я специально сделала, наверное, не с нулевого, чтобы всех запутать, очевидно. Так вот,
А вот этот вот попадает в куда? Тоже в бин номер 2, правильно? Таким образом, здесь один контакт запоминаем. Дальше. Вот эта пара тоже, по-видимому, относится к взаимодействию второго бина со вторым, да, потому что первый read попал во второй бин, и второй read, HR2, POST2 для ID2 тоже попал во второй read. То есть это снова взаимодействие второго со вторым. Ну, собственно, самого с собой это не так важно. Главное, что второго со вторым мы понимаем. То есть это уже второе взаимодействие, их два. Сумма 2. Дальше так продолжаем, да, суммировать. Значит, вот read вот с этим ID, также первый попал тоже во второй бин, второй тоже попал во второй бин. Это уже третье взаимодействие. И таким образом... Угу. А вот четвертый мы смотрим. У нас здесь получается, что первый read попал на бин 2, а второй read попал на какой бин? Правильно. То есть это уже взаимодействие второго с третьим. Ну, значит, давайте запомним, что у нас 2-2, сколько было в сумме 3, да? И, в общем, таким вот немудреным образом и создается эта самая табличка. То есть вот, допустим, здесь мы видим, что... Давайте рассмотрим для 2-3. Первый бин рид попал на второй, второй рид попал на третий. Значит, следующий тоже смотрим. Первый рид попал на второй, второй рид попал на третий бин, это уже 2. Вот. А дальше мы видим уже здесь, что второй рид уже в следующей строчке попал на четвертый. Ну, значит, вот в взаимодействии второго и третьего бина мы ставим двойку, то есть это суммарное количество взаимодействий, да? Суммарное количество контактов, которое вот у нас получилось, если мы будем вот так вот рассчитывать. Это все. И, ну, понятное дело, что это зависит от разрешения. То есть, если мы выберем однокилобазный, у нас там где-то будут нули, да? Если мы выберем 10-килобазный бин, будем делить на 10 килобаз, то, наоборот, будет большее значение. Вот. Понятное дело, что матрица симметричная, потому что второй с третьим и третий со вторым это совершенно одно и то же. Вот. И понятно, что второй со вторым и так далее. Это просто сам с собой. Условно у нас получается вот такая вот, вот такой хитмэп. То есть у нас получается некоторая матрица с числами, которая представляет собой сумму контактов. И это сырая матрица HiSeq вот для одной хромосомы. Ну, поскольку вот этот вот pairs-файл, он огромный, там и одна хромосома, да, и там и разные хромосомы присутствуют. То есть, например, HR1 это одна хромосома, HR2 это будет уже другая. Вот. В общем, у нас получается огромная матрица, но идея построения ее вот ровно такая. И что можно увидеть сразу? Сейчас я быстро посмотрю. Ага, вот. На этой карте HiSeq. Это вот такой тренд. Наверняка Ирина вам тоже уже говорила, но я напомню. Что здесь видно первым делом? Очень яркую диагональ, да, и убывание по мере удаления от диагонали, потому что сами с собой у нас чисто вероятностно будут участки чаще взаимодействовать, чем с другим, просто потому что они ближе расположены по отношению друг к другу в пространстве. Ну, и когда мы говорим насчет сами с собой, это же, ну, на самом деле не то, чтобы прям сам с собой, это просто у нас в бин попадают... Сейчас. То есть, вот, смотрите, как раз мы здесь видим, что второй со вторым это как бы сам с собой бин. Но он же получился у нас, потому что мы посмотрели, что у нас рид один вот закортировался с такими-то координатами. Вот сейчас рид один имеет вот координаты там хромосома 1 10 тысяч, а рид 2 хромосома 1 10 900. То есть очевидно, что не сам с собой, но вот из-за того, что мы потом это агрегируем в матрицу, то вот получается такое ощущение, что сам с собой он контактирует. И, конечно же, те участки, которые находятся друг друга на наименьшем расстоянии, просто линейном, то есть прямо в геноме соседи, они будут чаще всего и контактировать. Это от этого никуда не уйти, это вот просто физика. Вот. И
Для этого строят так называемые скейлинг-плоты. Это зависимость частоты контактов средней на диагонали от геномного расстояния. Когда я говорю средний на диагонали, то это мы так уже привыкли говорить. Вот типа смотрим на эту карту, и нам так удобно мыслить. Вам тоже это станет удобно так мыслить, когда вы побольше поработаете с этими типами данных. Просто главная диагональ – это, как мы поняли, взаимодействие самого с собой. Это взаимодействие внутри как бы одного и того же бина, да? Диагональ номер два. Сейчас давайте вернемся вот сюда. Как мы видим, это взаимодействие соседей. Это второй с третьим, да? Или наоборот, третий со вторым, если мы идем вниз. То есть матрица симметричная, допустим, мы идем вверх. Диагональ номер 3, то есть вот эта главная диагональ, да, там это вторая, это третья, это уже взаимодействие через один бин, да, второго и четвертый, через третьего. То есть они уже не соседи, а вот уже на каком-то расстоянии друг от друга находятся. И так, чем дальше, тем больше расстояние в этой хаси-карте между бинами. И просто чисто статистически, не статистически, а вот просто физический закон состоит в том, что чем дальше друг от друга находятся участки, тем они с меньшей вероятностью будут контактировать. И, ну, собственно, один даже из критериев того, чтобы проверить, что насколько адекватны ваши данные, это, конечно, первым делом построить вот эти вот, вот такую вот кривую. Она должна себя вести вот определенным образом, спадать. Но вообще данные бывают разные, поэтому то, как она спадает, это уже отдельная, так сказать, наука. Ближе она к полимерным физикам, скажем. Вот, давайте теперь вернемся вот к чему. Я вам показывала вот сейчас такую картинку. Сейчас. Вот здесь так РИД-1 в одну сторону, РИД-1 в другую, все красиво. Но на самом деле у нас РИДы могут быть ориентированы в разные стороны. И связано это с тем, что вот у вас есть два участка генома. И правило одно, да, что у нас лигируется 5 штрих конец, 3 штрих концом. Но это как бы нерушимое правило, мы не можем там... В общем, ну ладно, короче, я уже сказала, понятно, да? И не может 3 штрих там и 5... 3 штрих с 3 штрихом и 5 штрих с 5 штрихом не могут, да, взаимодействовать даже при лигировании. И вот если мы переберем все варианты, когда у нас, как у нас могут взаимодействовать вот эти вот два участка, как они могут лигироваться, то там возможны разные варианты. И из них, и в связи с вот тем, что там по-разному могут там, может перевернуться ДНК, еще раз перевернуться, и это тоже будет нормальная молекула, как бы годная для HiSeq. Получается четыре варианта комбинаторно, которые как бы представляют собой корректные направления РИДов. Это самый простой forward-reverse, это reverse-forward, forward-forward, то есть когда РИД-1 закортировался, да, на лидирующую цепь и РИД-2 тоже на лидирующую цепь в том же направлении, и то же самое для обратной цепи. В общем, это все валидные пары, что называется, и такие события происходят с равной частотой примерно, ну, 25%, 1/4 на каждое событие. Но протокол HiSeq не идеален, и там бывают артефакты. И вот эти артефакты, собственно, характеризуются определенным направлением РИДов и тем, где мы наблюдаем вот это вот лигирование. То есть смотрят на направление РИДов, а еще на события вот этого лигирования. Видите, здесь оно так отмечено вот такой вертикальной чертой. А в том случае, если у нас, например, РИДы ложатся на один рестриктный фрагмент, вот он полностью зеленый, это что значит? Это значит, что у нас фрагмент сам как бы сам с собой остался. Он ни с кем не проконтактировал, а случайно попал при этом там с одной стороны, допустим, его отрезали, там как-то вот эта биотиновая метка пришилась, и его вытащили, да? А он на самом деле ни с кем не контактировал. И он в таком случае РИДы будут на один фрагмент ложиться, либо бывает, что закольцовывается сама на себя
сам на себя закольцовывается участок ДНК. В общем, это артефакты Хай-Си, которые вот по-разному, значит, называются, и, естественно, от них хочется избавиться. Ну вот первым делом, как вы думаете, глядя на это, где они будут в нашей матрице контактов? Ближе к диагонали или где-то далеко? Трудно сказать, видимо, не очень ухватываю. Угу. Ну вот смотрите, это же один рестриктный фрагмент, да, то есть вообще один фрагмент. И вот зеленый, например, вот эти два случая, dangling end и self-circle, когда сам на себя делегировался. То есть если это один рестриктный фрагмент, то там расстояние между ридами будет какое примерно? Ну, маленькое. Вот, да. То есть они все будут где-то около диагонали. Uh-huh. Они, в принципе, будут на диагонали ложиться, потому что они все внутри одного всего лишь фрагмента. То есть вот эти ребята валидные, они в разные фрагменты попадают, ну, потому что там нормально нарезались разные участки ДНК, и они попали в разные фрагменты, и мы видим это потом, как бы при агрегации, и понимаем, что вот это были разные участки ДНК, они просто были в пространстве рядом. А здесь мы видим, что они падают на один фрагмент. И, в общем, знаете, раньше от них избавлялись как-то сложными какими-то путями фильтрации. То есть там, мне кажется, прям рассматривали вот эти события, а потом люди просто поняли, что, ну, в общем, первая диагональ, она артефактная. И вообще ее просто надо удалить из анализа. И это решит все наши проблемы. То есть такой более глобальный подход к тому, как решать проблему вот этих валидных пар и артефактов. И, опять же, возвращаясь к мультику Си и тому, какие возможности для оценки качества данных нам дает этот метод, этот тул, на самом деле метод тул, мы можем оценить, как много диагоналей нам надо выбросить, чтобы избавиться вот от этих артефактов. Итак, напомню вам, что вот это вот соотношение для всех ридов должно быть где-то 1/4, то есть 1/4 на каждую. А при этом здесь будет перекос. То есть если у нас много артефактов, то у нас будет перекос в сторону одного из вот этих вот вариантов. Ну, на самом деле, похоже, что в сторону forward-reverse будет по большей части перекос. И вот мультикуси для Хай-Си дает нам такие интересные плоты, что там можно рассматривать как бы расстояние от диагонали и смотреть, когда у нас начинают вот эти вот отношения составлять примерно 1/4. Вот смотрите, если мы рассматриваем для вот наших данных, которые я уже для которых я показывала другую картинку. Извините, секундочку. А, так вот, да. Если мы смотрим на самые короткие расстояния, то мы видим, что там эти артефакты, по-видимому, присутствуют. Потому что, видите, здесь неравномерное присутствие вот таких вот вариантов, как я здесь перечислила, forward-reverse, reverse-forward и так далее. Да? Мы смотрим, все эти варианты обозначены вот буковками и цветами разными. И мы видим, что здесь не ровно делится на 1/4, 1/4, 1/4. Вот как раз на forward-reverse приходится как-то побольше. А когда мы увеличиваем вот это вот расстояние, рассматриваем все дальше от диагонали, например, рассматриваем уже участки, которые лежат на расстоянии от 500 до 1 килобазы друг от друга, да? Разделены там как минимум 500 килобазами. Здесь уже, видите,
на каждый цвет, на каждый вариант приходится примерно 1/4, да? И это означает что? Это означает, что нам достаточно выбросить, не брать в расчет первые те контакты, которые образованы участками генома, располагающимися друг от друга, менее чем на 500 пар оснований. Вот там полно артефактов. И мы просто не будем рассматривать вот на таком близком расстоянии друг от друга участки, контакты. А дальше уже можно спокойно работать. Вот. Теперь давайте поговорим про разрешение. Как я уже говорила, есть разные... Сейчас, скажем так. Разрешение зависит от много от чего. Есть технические ограничения, такие как вообще просто глубина секвенирования. Но, честно говоря, в последнее время с глубиной секвенирования проблем особых не наблюдается. Как бы уж если люди секвенируют, ну, они найдут средства на то, чтобы с нормальной глубиной отсеквенировать. А другое дело, что важна рестриктаза. Когда, как я уже говорила, она бывает разная. И если у вас рестриктаза режет редко, вот так, например, то вы просто не сможете заглядывать внутрь вот этого вот одного фрагмента. Вот давайте посмотрим. Это просто очень... У нас вот есть геном, есть ДНК, да? И, допустим, рестриктаза каким-то вот таким образом нарезает эту ДНК. Понятное дело, что мы потом будем смотреть, мы можем посмотреть взаимодействие, скажем, вот вот этого участка, вот с этим. Или даже мы можем соседних посмотреть. Но мы никогда не заглянем внутрь самого фрагмента рестрикции. Потому что что уже произошло там, мы не знаем. Да? То есть нам обязательно нужно вот это событие лигирования. И как бы если внутри уже ничего не происходит, там никто ничего не может порезать, то как бы мы не узнаем, какова структура хроматина внутри. И естественно, чем меньше вот эти вот участочки, тем меньше у нас ограничений, да? То есть если у нас длина там, я не знаю, условно, 5 пар оснований, ну, наверное, мы не будем расстраиваться, что мы не заглянули внутри 5 пар оснований. А если рестриктаза режет очень редко, не знаю, например, раз в мегабазу, то понятно, что у нас разрешение лучше, чем 1 мегабаза, не будет никак, потому что мы никогда не будем знать, что внутри этой мегабазы. Нам нужны парные события, которые происходят от того, что есть возможность нарезать таким образом геном. То есть ограничение идет от рестриктазы. Ну и вот, как я говорила, сейчас GPN2 активно используется. Возможно, Ирина вам говорила о том, что есть еще продвинутые методы HiC. HiC называется MicroSea, когда то есть, сейчас рестриктаза режет по определенным мотивам. Она так устроена биологически. Вот. И по определенным последовательностям. А есть еще МНКаза. Она режет по участкам, свободным от нуклеосом. И там, понятное дело, она будет резать гораздо чаще. Типа там каждые 200 пар оснований, например. И вот для таких вариантов, если использовать в качестве разрезающего агента МНКазу, то разрешение будет лучше. Вот. Это называется MNA-SEC. И, в принципе, весь анализ аналогичен HiC, просто карта получена другим способом, а все последующее ровно так же. Там получше разрешение. Но там есть свои трудности, в общем, с протоколами. То есть не все так замечательно, что давайте перейдем все на MNAs, и это решит все наши проблемы. К сожалению, нет. Но просто рассказываю, какие бывают варианты. Кроме того, в принципе, для определения разрешения важен также важны характеристики генома. Например, у человека, там, у мыши, у млекопитающих, у них длинный геном и достаточно длинные гены. И, допустим, разрешение там, 10 килобаз для человека, оно вполне приятное. Но можно много чего увидеть. То есть у вас там и ген длинный, вот у вас в один бин там попал ген, а вы хотите посмотреть, как этот ген будет взаимодействовать еще с каким-нибудь геном. И поскольку ген сам по себе длинный, там туда уже больше, может, и ничего и не попадет в 10 килобаз, да? А в дрозофилу по-другому.
У нее короткие гены. И, например, у нее в 10 килобаз в один бин попадет 5 генов. И вам будет сложно там посмотреть, как эти для одного гена, как он взаимодействует, там, допустим, с каким-то другим, потому что у вас неопределенность возникает. Да? Не один против одного, а там 5 генов, и в другом бине там тоже 5. Вы не поймете, за счет чего там какое-то взаимодействие, за счет какой пары. Но это я так в качестве примера привожу. Понятно, что, в общем, гены разной длины и у человека, и у дрозофила. И не только это мы смотрим, что я вам рассказала. И далеко, точнее, это так, скорее, какой-то пример более абстрактный. В общем, к тому, что выбор разрешения зависит от технических возможностей плюс от генома и от наших задач. И Ирина вам, наверное, рассказывала о компартментах, тадах и петлях. Так вот, они тоже все определяются на разном разрешении. Компартмент для определения компартментов достаточно грубого разрешения. Вот вы можете увидеть в этой табличке. Да? Тады на более мелком разрешении определяются. Ну, а петли на еще более мелком. А вот что касается точечных взаимодействий, то есть прям вот отдельные какие-то участки, знаете, это важно для аннотации СНПов. Вот здесь, собственно. Внизу подпись, что... Ой-ой-ой, у меня тут ошибка. Я потом исправлю. The highest interaction, нет, the highest resolution. Все запишу, чтобы исправить. В общем, самое высокое разрешение нужно для того, чтобы аннотировать какие-то СНПы или энхансеры. Вот когда мы хотим смотреть на энхансер, на промоторное взаимодействие, нас, конечно же, не устроит 100 килобаз. И вообще-то, по-хорошему, мы хотели хотя бы там вообще одну килобазу иметь. Потому что, ну, энхансеры маленькие, да? И это касается и человека, и дрозофилы. Или если мы хотим аннотировать СНП. СНП попал в какую-то некодирующую область, мы хотим найти, с каким же геном он лучше всего контактировал. Ну, вот, допустим, мы найдем какой-то контакт, а именно ли этот СНП, ну, то есть это же какой-то дал контакт с этим геном или какой-то рядом с ним лежащий. Ну, в общем, чем меньше геномная фича, которую мы хотим аннотировать, тем лучше должно быть разрешение. Вот. Далее. Мы уже поговорили о некоторых таких базовых артефактах, как вот dangling ends или self-circle. Но есть... Это еще не все артефакты FIFO. Есть несколько источников ошибок, не ошибок, а смещений в HiSeq данных, которые могут затруднять и искажать дальнейший анализ, искажать результаты. Это касается ГЦ-состава, картируемости, да, потому что риды будут с разной эффективностью картироваться на разные участки генома, и также от того, как много рестриктных фрагментов внутри одного бина. То есть мы понимаем, что вот есть у нас бин определенной длины. Если туда попало много фрагментов рестрикции, то есть там много мотивов, по которым порежет рестриктаза, ведь они же неравномерно распределены, да, в геноме, где-то больше, где-то меньше. Вот если их вдруг много, то и там событий, ну, вариантов, когда... То есть в одном бине там и в другом, допустим, тоже много. Понятно, что между этими двумя бинами будет гораздо больше контактов, чем между теми бинами, когда вот там вообще, не знаю, один раз разрезала рестриктаза и все. То есть суммарное число контактов будет зависеть от эффективности того, как там в бине режет рестриктаза, от ГЦ-состава, от картируемости. И таким образом мы-то хотим узнать настоящее, как бы независящее не от ГЦ-состава, не от картируемости, ни от чего, частоту контактов, а получается, что она зависит от свойства бина. То есть вот есть два бина, которые взаимодействуют в итоге. Сейчас мы уже говорим о бинах, потому что мы разбили весь геном на бины. И вот это вот взаимодействие, вот мы видим какое-то суммарное, да, взаимодействие, как вот мы считали игрушечный пример. Но оно в итоге зависит от свойств бинов. То есть если туда и сюда плохо покартировалось, ну и будет меньше частота контактов по HiSeq-карте. А как на самом деле было, ведь мы не знаем. И мы хотим, чтобы все бины у нас выровнялись в этих свойствах.
И как бы хотим учесть этот байс. И есть несколько способов. Значит, первый был явный, он довольно-таки старый, и он предполагал, что есть вот эти вот известные факторы, влияющие на суммарную частоту контактов, вот я их уже перечисляла вам, и прямо на них как-то вот жестко нормировали, то есть чуть ли не делили там, учитывали как. То есть прямо вот есть колонки, в которых вы должны задать картируемость, ГЦ-состав там и так далее. Но вообще он был, долгий очень, то есть медленно работает такая корректировка. А во-вторых, он учитывает только то, что мы знаем. А ведь могут быть еще какие-то неизвестные причины, по которым один бин обладает там лучшими свойствами взаимодействия со всеми остальными, а другой нет. И поэтому был предложен еще один метод коррекции, который называется неявный. То есть вообще все, о чем мы сейчас говорим, это коррекция данных HiSeq. Коррекция, и потом вы узнаете, что это балансировка. Сейчас. То есть мы хотим провести коррекцию для нашей HiSeq-карты. И есть неявный метод. Что же говорит нам этот метод? Он говорит, что, ну, предположим, что есть разнообразные источники неравенства бинов, почему они отличаются по своим свойствам. И давайте будем исходить из предположения о так называемой equal visibility. Давайте предположим вот что, что вот у нас каждый бин на самом деле имеет совершенно ограниченное количество возможностей взаимодействовать с другими участками генома. Это означает что? Чисто физически, то есть это физическая предпосылка. Вот есть у вас участок генома, и вы думаете так, что да, он может взаимодействовать часто с какими-то ближними участками, но тогда... И он будет с ними очень хорошо взаимодействовать. Но тогда у него не остается как бы ресурсов, вообще потенциальной возможности взаимодействовать с далекими. То есть, ну, не то, что прямо по принципу только с ближними, только с далекими, а просто если он сильно взаимодействует с ближними участками, то с дальними у него будет меньше взаимодействий. И наоборот, если бин ни с кем из окружения здесь вот не взаимодействовал, ну, наверное, он потратил все свои потенциальные возможности взаимодействия на какие-то далекие контакты. Я имею в виду, ну, с точки зрения линейного расстояния между участками. Но суммарное число контактов должно оставаться постоянным. Не может быть такого, что один бин очень имеет какие-то сверхспособности взаимодействовать со всем, чем можно, а другой участок генома, бин, почему-то лишен этого. Нет, просто они как бы возможно, перераспределение контактов. Вот. И, значит, это является как бы основой применения неявного метода коррекции и использует метод балансировки матрицы, который был предложен Синкхорном, Кнопом когда-то, по-моему, в середине прошлого века. И вот, собственно, такой вариант коррекции называется итеративная коррекция. Сейчас расскажем, поймем дальше, почему. Сейчас. То есть коррекция будет заключаться в том, чтобы бины начали обладать вот этой самой равной видимостью. То есть если мы видим, что для одного бина у него почему-то контактов очень много со всеми остальными, а у другого очень мало, мы должны так перенормировать матрицу, чтобы число этих контактов стало одинаковым. Вот. И сейчас поговорим об этом. Здесь представлены, собственно, просто сравнение для результатов, какой может быть эта коррекция. Слева у нас сырые данные. Дальше следующий столбик хикнорм – это та самая явная коррекция. Дальше ванила коррекшн и итеративная коррекция. Собственно, вот два последних столбика – это вариант применения вот той самой неявной коррекции, implicit method. А отличается она следующим. Значит, проводится так называемая итеративная коррекция. И ванила correction – это один раунд итеративной коррекции, а
ICE – это множественное повторение. Что это за итеративная коррекция? Давайте же посмотрим. Ну, она же балансировка матрицы, алгоритм Кнопа, она же неявная коррекция. В общем, это все вот она. Как она реализуется? Вот у нас есть матрица Хайси. У нее есть строки-столбцы. Берем первый столбец, делим на все элементы в этом строке на сумму в этом. Так, делим все элементы в столбце на сумму в столбце. Тут же берем строку и делим все элементы в строке на сумму в строке. Берем далее вторую строку и второй столбец и проводим ту же манипуляцию. И так доходим до конца, до самого последнего пикселя. И это и есть один раунд итеративной коррекции, который вот здесь вот обозначен как vanilla correction, третий столбик. А если мы повторим это многократно, то у нас на выходе получится карта, в которой сумма по каждой строке и сумма по каждому столбцу будет равна единице. То есть применили вот этот старый математический метод балансировки матрицы и получили вот такую сбалансированную матрицу. И считается, что вот такой метод избавляет нас как бы в неявном, то есть применение неявной коррекции избавляет нас от всех тех байсов, про которые мы говорили. Ну и кроме того, здесь мы уже получаем, ну как бы именно частоту контактов. То есть что мы имели сначала? Мы имели сначала просто суммарное число контактов, и оно, в общем, сырая матрица, да, не корректированная. Это, в общем, как не совсем частота контактов, мягко скажем, да, это просто именно сумма. А вот когда мы уже смотрим на итеративно корректированную матрицу, здесь мы рассматриваем частоты взаимодействий и дальше работаем с ней. Это широко распространенный метод, в общем, в основном на него и полагаются. Метод вот такой вот итеративной коррекции. Но, кстати говоря, довольно долго работая с данными ХАЙСИ, иногда встречаешься с некоторыми сложностями. Вот вы, наверное, даже сами понимаете, что он какой-то очень общий такой, да? Вроде он работает и вроде всех устраивает, но он из каких-то суперобщих предпосылок исходит, и не всегда бывает понятно. В общем, бывают некоторые нюансы, когда мы не очень понимаем, как он работает. И, честно говоря, не пробовала, но вот недавно вышел еще один инструмент для нормализации. Есть очень большое желание его попробовать. Он основан, ну, во-первых, статья недавняя, по-моему, вот 21-го года, что, в общем, говорит о том, что это не что-то устаревшее, а скорее просто еще мало людей пробовали этот метод. Там автор исходит из предположения о том, что, в принципе, все уже, все смещения, все предпочтения там, одного бина иметь там, больше контактов по сравнению с другим, уже заложены в покрытии для этого бина, для участка генома. Если, и вот в зависимости от покрытия, для него, в общем, создается, используется негативное биномиальное распределение для того, чтобы рассчитывать, там, учитывать это покрытие и как бы рассчитывать ожидаемое число контактов и, исходя из этого, уже нормировать на это ожидаемое число контактов и получать истинное. В общем, грубо говоря, вы на выходе получите тоже скорректированную матрицу контактов, но вот такой метод тоже, наверное, надо пробовать, потому что не на все запросы отвечает итеративная коррекция. Мы сталкивались с некоторыми противоречиями в результатах иногда. Хотя она чуть ли не... Ну, в общем, она по сути, доминирующая такая концепция. Ну, что ж, давайте продолжим обсуждать анализ данных ХАЙСИ. Мы еще даже не начинали, еще не начинали работать с самой картой, или как бы мы все время оцениваем качество, и вот сейчас уже ближе к делу. Когда мы получили эту самую карту ХАЙСИ, опять же, я уже говорила, что мы можем построить так называемый scaling plot, то есть зависимость частоты контактов от расстояния между взаимодействующими участками.
Значит, делать это можно разнообразно. Просто вы можете руками в Питоне это построить. Можете использовать специальные тулы. Они все есть для хай-си данных в большом количестве. И, например, даже такие кривые можно использовать для сравнения реплик. У вас есть реплики для эксперимента, и вы можете посмотреть, все ли в порядке. Действительно, иногда реплики, прям по репликам видно, что один эксперимент прошел плохо, его надо переделывать. Вот. Так что это такая первичная часть анализа. Вот получили хай-си-карты балансированные, да, все. Сделали, построили скейлинг-плот. Дальше. Это не единственный способ сравнения реплик, и на самом деле не всегда прям будет скейлинг-плот очень явно отражать различия между репликами, из, например, из двух разных условий, потому что он, ну, он не такой чувствительный, скажем так. А нам очень важно уметь показывать, что у нас внутри эксперимента, внутри одного условия, да, там, или внутри одного типа клеток реплики лучше сходятся, чем между разными. Вы это, наверное, уже все обсуждали, да, неоднократно? Сравнение реплик для других типов данных. Никого нет? Прием? Не очень как бы понятный вопрос, что вы имеете в виду. Значит, вы не обсуждали, если он не очень понятный. Давайте тогда обсудим. Вот смотрите. А почему вы тогда не задаете вопросы? Я же как бы здесь специально для того, чтобы отвечать на них. Вот, смотрите. Значит, есть у вас условия. Например, здоровые и больные. Или один тип клеток и другой тип клеток. Или одна стадия развития, другая стадия развития для одного и того же типа клеток. Или одна стадия клеточного цикла или другая стадия клеточного цикла. В общем, то, что называется условия, да, или там treatment control. Понятно, да? И обычно всегда для каждого, как бы внутри каждого эксперимента, то есть вот у вас есть два типа клеток, например, и для каждого типа клеток должно быть не менее двух реплик, потому что потом там в статьях хорошим тоном будет показать, что у вас не случайные какие-то изменения там, а что у вас реплики внутри одного эксперимента больше похожи друг на друга, чем реплики внутри другого эксперимента. То есть, еще раз, реплики для одного типа клеток больше похожи, чем реплики для другого типа клеток. Еще раз, допустим, у вас есть нейроны и астроциты. Вот для нейронов сделали реплики, то есть два раза провели эксперимент Хай-Си. Ну, понятно, что не на одних и тех же клетках это невозможно, но там вырезали ткань, насортировали нейроны, разложили в две пробирки. И для нейронов, например, получили, получается, две карты Хай-Си. То же самое сделали с астроцитами. Вырезали астроциты, их посортировали, разложили в две пробирки, получили для них две карты Хай-Си. Итак, у вас есть две карты Хай-Си для нейронов и две карты Хай-Си для астроцитов. И хорошим тоном будет показать, что вот эти две карты нейронов больше похожи друг на друга, чем на карты астроцитов. И также две карты астроцитов больше похожи на Хай-Си карты внутри себя, чем на нейронов. Вот. То есть таким образом, просто если вы потом будете показывать какие-то изменения между там, разными типами клеток, например, кто-то может сказать вам, ну, это же просто случайные изменения. Но вы скажете, нет, но у нас вот здесь реплики себя похоже ведут, и внутри одного эксперимента, там, ну, для одного типа данных. Поэтому нет, это уже не случайность, это статистика. Вот. И Хай-Си-карты тоже надо как-то сравнивать. То есть обычно, смотрите, у вас есть экспрессия, да? Например, вот для типа клеток. Пусть будет для нейронов, опять же. Будем играть с этим примером. Что такое экспрессия? Это будет просто вектор, да? То есть у вас будет набор генов, и для них будет просто значение экспрессии. Вот получается для нейронов, да? Два вектора, для астроцитов два вектора. И как мы будем сравнивать реплики? Ну, мы просто покластеризуем. Вы же знаете, что такое кластеризация PCA наверняка, да? Да.
Ну вот, понятно, да, что мы просто считаем коэффициент корреляции Пирсона между, ну, Спирмана там, между этими двумя векторами экспрессии, да, в случае с экспрессией. Понятно? В принципе, да. Ну вот, чтобы оценить близость там, да, чтобы оценить, насколько они похожи друг на друга, просто взяли, посмотрели коэффициент корреляции попарно между всеми, там, реплика 1 нейронов, реплика 2 нейронов, реплика 1 астроцитов, реплика 2 астроцитов, реплика 1 нейронов против реплики 1 астроцитов и так далее. В общем, все комбинации посмотрели, как же далеко они друг от друга расположены, и там выясняем, что, ого, у нас реплики скластеризовались для нейронов, для астроцитов тоже ура. Но здесь мы же говорим о том, что это вектор, потому что это просто значение для каждого гена, например, для экспрессии. А как быть с картами? Это же вообще-то двухмерная карта. Как их так сравнивать? Их просто вот, сложно взять и просто посчитать коэффициент корреляции. Например, взять и вытянуть всю карту в один длинный вектор, ну, это неправильно. И вот как бы здесь написано даже на слайде, что вот специфичные данные требуют специфичного подхода в тот момент, когда мы хотим кластеризовать реплики и узнать, насколько они похожи. Значит, есть две проблемы в таком случае. Угу. Вот как раз здесь и указывают авторы этого инструмента. В общем, был разработан инструмент или подход Stratum Adjusted Coefficient Correlation, который позволяет нам сравнивать хаси-карты, потому что есть проблема, что даже если у нас скейлинги очень похожи, вот эти самые скейлинги, все равно карты могут быть сильно, ну, могут отличаться. И также важно учитывать специфику хайси, специфику данных хроматина, например, тады и тому подобное. Вот. А если мы просто вытягиваем всю карту в какой-то один вектор, то мы вообще не учитываем структуру тадов никоим образом. И вот, поэтому надо научиться как-то их сравнивать, оставляя картами, а не векторами. Есть инструмент, который называется HICREP. Мы будем с ним знакомиться на семинаре. Значит, есть... Что он делает? Во-первых, он проходится по матрице некоторым таким ядром и, ну, сглаживает, что ли, ее. Ну, то есть считает внутри этого ядра, внутри там квадратика, которому проходится, сумму. И таким образом, да, он немного огрубляет данные, да, ну, вот этим сглаживанием. Ну, в общем, считается, что это идет на пользу. То есть первый проходится фильтром и сглаживает матрицу, а далее считается специальным образом коэффициент корреляции вот так. Смотрите, берем два условия, то есть сейчас, две реплики. Вот давайте вспомним про наши нейроны. Пусть вот левая карта будет реплика 1 для нейронов, а правая карта, а пусть она будет реплика 1 для астроцитов. Для наглядности. Вот берем каждую карту и проходимся, начиная от диагонали, начиная от главной диагонали, мы считаем коэффициент корреляции между диагоналями и домножаем его на некоторый вес, который, в принципе, зависит от того, какая диагональ. Чем диагональ ближе к главной, то есть чем меньше чем более близкие взаимодействия мы рассматриваем, тем этот коэффициент как бы больше. Вот. И таким образом, и таким образом мы суммируем все вот эти вот коэффициенты, проходясь по всем диагоналям. Да? То есть мы для левой карты, для правой карты взяли по диагонали, посчитали коэффициент корреляции, там умножается на определенный вес. Это там одно слагаемое. Берем следующую диагональ, делаем то же самое, это следующие слагаемые и так далее. В общем, суммируем по всем диагоналям, но на самом деле не по всем, обычно ограничивают, там рассматривают там половину карты. В общем, ограничивают некоторым образом вот эту вот область. Потому что нам больше, как я уже говорила, важны взаимодействия, ну, более близкие, но
ну, как бы, конечно, не соседние. Соседние не интересны, потому что они всегда будут очень яркими. Но в целом относительно близкие, скажем так, там, внутри 5 мегабас, например, внутри 10 килобас, чтобы расстояние было не более 10. Вот, это все речь идет о cis-контактах, они же внутри хромосомные контакты. То есть для таких вещей мы всю карту или межхромосомные контакты не используем. Да, кстати говоря, то же самое касается скейлинга. Скейлинг мы строим на внутрихромосомных контактах. Ну, понятно почему. Потому что здесь используется расстояние между локусами, а когда у нас уже разные хромосомы, мы уже не можем оперировать понятием расстояния, да? Его просто нет. Это просто разные хромосомы и все. Вот. То есть это все на внутрихромосомных взаимодействиях. Ну, в общем, я призываю вас помнить о том, что есть инструмент HICREP, который позволяет вот таким образом получать коэффициент корреляции между двумя картами. И в последующем этот коэффициент корреляции может быть использован для кластеризации реплик. Но это техническая часть, конечно, она всегда, это как бы такая самая первоначальная часть, что нам надо проверить реплики. Если все в порядке, то можно двигаться дальше. Вот. А давайте подумаем, а что же делать, если у нас есть две карты, мы хотим их сравнить, но у этих карт разное качество. Так. У этих карт разное качество. Например, в одной очень много контактов, а в другой мало. Ну, вообще-то, по-хорошему, мы не можем сравнивать такие карты. Вот и давайте вернемся, будем оперировать теми же примерами. Вот у нас есть нейроны и астроциты. В нейронах карта четкая, хорошая, а в астроцитах по какой-то причине там нет, меньше контактов. Если сильное различие, то сравнивать нельзя. Если различия не очень велики, то вообще-то желательно провести то, что называется даунсэмплирование. То есть сделать так, чтобы общее количество контактов было одинаково в двух картах. То есть просто убрать часть контактов в одной из карт, чтобы оно стало таким же, как в другой карте. Это несколько помогает. И это делается специальным инструментом CoolTools. Мы потом еще будем говорить об этом инструменте не раз, и вы его будете использовать, потому что, в общем, есть определенный набор суперпопулярных инструментов для анализа данных IC, и вот CoolTools один из них. Это прям важный инструмент. Так. Мы с вами поговорили о том, как, в принципе, получается эта карта, эта самая карта, да, что сначала выравнивание, потом из выравнивания получаем пары, потом из пар получаем матрицу контактов. Потом мы ее балансируем, и вообще замечательно все. Это, ну, разумеется, для этих целей разработано немало инструментов. И здесь перечислены разнообразные, но, откровенно говоря, половину из них... Больше половины вообще сомнительны, потому что мы используем один из методов, который здесь в этой таблице не указан. Смотрите. В общем, Juicer – это действительно рабочий вариант. Люди по-прежнему пользуются. HICLIP – это достаточно старый инструмент. И потом разработчики HICLIP сделали другой инструмент и практически полностью перешли на него. Вот. И также есть HiC Pro. HiC Pro – это тоже широко используемый инструмент для вот этих всех операций, то есть картирование, там пары, создание карты, балансировка карты. Но то, что мы используем... Сейчас, секунду. Значит, есть еще пайплайны. Есть NFCore Pipeline HIC. Я его не пробовала. Вот он основан на HiC Pro и кулере. В общем, это еще один инструмент. А то, что мы используем в нашей лабе ежедневно и постоянно, это Distiller Pipeline. NFCore-овский Pipeline Distiller. Он основан на BVMM, его помощью картируют, да, на Pair Tools, который из картирования
картирование получает, дает пары, и кулер – это следующий инструмент, который из пар дает нам матрицу контактов. Вот. А дистиллер – это все как бы… Это, вот, собственно, давайте еще раз про дистиллер. Дистиллер – это такой набор инструментов, который решает все наши проблемы. Мы ему даем на вход сырые данные, сырые риды, а он их выравнивает. Так, опять же, здесь надо мне тоже чуть поправить. Значит, он их выравнивает, он формирует пары, потому что туда включен Pair Tools. Он также фильтрует PCR-дупликаты. Я не сказала об этом, но вы, наверное, уже знаете, что PCR-дупликаты надо удалять. Вот как бы эта часть тоже включена в анализ. И, наконец, он агрегирует эти самые пары в бины и дает нам матрицу. Значит, сейчас, вот. Да, здесь еще раз показано, что вот мы подаем в FASTQ файле, в FASTQ формате, потом получаем выравнивание самба, потом получаем в формате pairs, и вот, наконец, у нас есть HC-матрица в cool формате. Cool формат сейчас обсудим. Сначала еще немножко про то, что же выдает нам дистиллер. Вот вы ему дали риды, а он вам дал cool файлы. Cool или mcool файл – это тот самый файл, который содержит матрицу HC. Cool файл, вот, собственно, я вам сейчас покажу. Так вот, cool файл – это файл с одним разрешением. Допустим, ну, если запускать дистиллер с дефолтными параметрами, это будет 1 килобаза. Но вы можете любое разрешение задать. Важно понимать, что cool файл – это одно разрешение, которое, в принципе, задается юзером, либо где-то специфицировано. А mcool файл – это файл с множественными разрешениями, которые, в принципе, также задаются, но они там прописаны, дефолтные какие-то, но их может задавать сам пользователь. Множество разрешений, то есть там 1 килобаза, 5 килобаз, 10, 100 и так далее. Это очень замечательно, потому что мы помним, что хромосомные всякие фичи, признаки, они на разных разрешениях определяются. Вот. Кроме того, он, дистиллер, выдает вам вот эти файлы матрицы для реплик, а еще сразу для слитых реплик. Потому что, вот смотрите, я вам рассказывала про кластеризацию реплик, и обычно как бывает? Хороших данных много не бывает. Если вы сначала провели кластеризацию реплик и убедились в том, что они кластеризуются друг с другом, что нейроны с нейронами, астроциты с астроцитами, а нейроны с астроцитами не очень-то кластеризуются, вы потом имеете полное моральное право слить эти реплики, ну, чтобы просто как бы усилить мощность ваших данных. Вот. И дистиллер как раз выдает вам, то есть вы подаете FASTQ файлы для каждой реплики, прописывая, да, там реплика 1 то-то, реплика 2 то-то, мы посмотрим потом. И он выдает вам для реплик отдельно файлы, чтобы вам было удобно, допустим, кластеризацию проводить, и также для слитого файла с несколькими разрешениями, и выдает вам, да, так, для слитого файла, и все это в mcool формате, то есть много разрешений. Это замечательно. И, значит, в cool и в mcool файлах хранится информация как для уже корректированных матриц контактов, так и для сырых. Это бывает полезно для разных ситуаций. Вот, эти форматы, они, в общем, универсальные становятся. Такое ощущение, что разнообразие используемых форматов уменьшается в последнее время. То есть еще несколько, мне кажется, года 3 назад чаще использовали разные форматы, но вот сейчас все чаще и чаще cool и mcool – это действительно очень удобный формат файлов, и для них разработаны разнообразные инструменты. Откровенно говоря, все это делает одна лаборатория, лаборатория Мирного. Вот смотрите, значит, есть Juicer, он разработан одной лабораторией, а вот HeClip – другой. И потом HeClip, значит, разработчики HeClip перешли вот на другие подходы, на другие инструменты, и они сделали как бы целую коллекцию инструментов для анализа данных HC. Они сделали дистиллер,
они сделали Pair Tools, который пара нам делает. Они сделали кулер. Это такой инструмент, который помогает вам открывать данные в формате cool, читать их там, делать какие-то операции, записывать файлы. И Cool Tools. Там вообще целый отдельный мир возможностей, что можно делать с кассе-данными. Это все замечательно. То есть давно уже нам не надо руками, не знаю, там, балансировать матрицу. Все это делается за нас. Просто надо знать, какие вещи для этого использовать. Ну, давайте же заглянем с вами в Cool и MCool форматы. Значит, не только Distiller выдает Cool и MCool файлы, еще HiSea Pro. Я так понимаю, что они конкуренты, в общем-то. Но и те, и другие работают с, вот с таким форматом. Открывается вот таким образом. То есть вы устанавливаете там у себя, скачиваете себе пакет Cooler. Вот мы открыли файл. Но это объект некоторый. То есть если вы посмотрите, что в переменной C, то там будет объект. Но он обладает разными свойствами, в общем, и атрибутами. Хотим посмотреть на матрицу контактов, например, внутри хромосомных контактов для хромосомы 2L дрозофилы. Вот таким вот образом задаем. Balance означает, что вы хотите получить балансированную карту. Да? И здесь у нас такие, ну вот, собственно, балансированные частоты контактов. А давайте зададим другой файл в MCool формате. Обратите внимание, пожалуйста, как прописывается здесь разрешение. Мы не можем открыть сразу все разрешения, но мы можем выбрать разрешение какое-то определенное. Допустим, мы хотим посмотреть данные на разрешение, на разрешение 10 тысяч. Ну, естественно, количество разрешений ограничено, оно как бы задается заранее. Но вот я знаю, что там есть матрица на 10 тысячах, хочу ее посмотреть. Вот так вот она прописывается. То есть название файла, дальше две точки, resolutions. В общем, это как бы общий паттерн. А здесь давайте попробуем загрузить межхромосомные взаимодействия. Вот я указала две хромосомы, значит, будет между ними взаимодействие. И не будем применять балансировку, посмотрим на сырую карту. И здесь целые числа. Потому что это просто сумма контактов, которая посчитана в количестве штук контактов. Вот, поэтому здесь целое число. Да, здесь я еще раз указала, что Cooler и Cool Tools вот замечательные инструменты, которые помогают нам анализировать данные. Но это... А, вот еще. Еще эти... Значит, объект Cooler обладает разными атрибутами и свойствами. И мы можем посмотреть, например, такую штуку, как pixels. Если вы вот так вот посмотрите, что же там хранится, то это будет такая табличка, в которой будет номер бина первого, номер бина второго и взаимодействие между ними в сыром виде. Видите, опять целые числа. Можно попросить кулера перевести это в более человеческий формат. То есть, чтобы мы знали, скажем, хромосому, начало бина, конец бина, и для бина номер один, да, то же самое для второго бина, ну, то есть взаимодействующего с ним. И вот, значит, частота их контактов. Тогда это вызывается вот таким способом. Нюанс состоит в том, что почему-то, ну, что он тоже выдает сырые взаимодействия, сырые каунты, да, количество взаимодействий, но я вам потом расскажу. Это почему-то в Питоне так. Все не ограничивается только Питоном, потому что вот эти вот инструменты Cooler и Cool Tools, они разработаны как для командной строки, так и для Питона. И вот почему-то в командной строке можно получить вот такую же матрицу, как аналогичную C-Pixels, но для балансированных взаимодействий. Собственно, они являются рабочими, то есть сырые – это... Несколько странно. Ну, почему-то, наверное, у них тоже не все идеально, скажем так. И вы также можете получить информацию о бинах, где есть координаты бина и его вес. Так вот, вот этот вот вес, это в этой колонке, собственно, и содержится информация о свойстве бина, то есть о том, как бы, вот этот вес присваивается после итеративной коррекции, потому что
То, что я вам рассказала, что вот у нас каждая строка делится на сумму, каждый столбец и так далее, у нас получается некоторая матрица. Неудобно хранить ее в таком виде, в файле, поэтому хранятся там, в общем-то, сырые данные, и при этом для каждого бина есть информация о его весе. Да? То есть я же говорила, что это все почему нам нужна коррекция, потому что есть у бинов разные свойства. То есть будем считать, что вот этот вот вес, он некоторым образом отображает те самые свойства. Короче, когда мы хотим получить корректированную матрицу, кулер просто сам там перемножает веса для этих двух бинов и выдает нам уже корректированное значение суммы контактов с учетом этих весов. А хранится эта информация вот тут. И это вот и есть информация, в общем-то, связанная непосредственно с коррекцией. Зачем нам это все надо? Ну, потому что, знаете, бывает по-разному удобно работать. Вот иногда удобнее матрицы. Просто сейчас матрица. Да, как здесь. Просто матрица. Симметричные, квадратные или несимметричные, если для цис-контактов. Да, для цис-контактов она уже не будет симметричной. Это понятно, да, тоже. Либо это могут быть вот такие таблицы. В общем, в зависимости от того, чего вам нужно, может быть удобно либо с табличкой работать, либо с матрицей. Есть и другие форматы файлов, потому что я говорила, что есть и другие варианты обработки данных. Например, есть тот самый Juicer, и они дают HIC-формат. Он тоже бинарный, но я им не пользовалась никогда, откровенно говоря. И как бы попытки понять, как его открыть и что там посмотреть, у меня успехом не увенчались, я не уверена, что так же удобно он, его можно анализировать в питоне, как вот кул-файлы. Но он на самом деле распространенный, то есть у нас просто, мы в нашей лаборатории с ним не работаем, ну и как следствие опыта нет, хотя он тоже много где встречается. А еще старый вариант вот до дистиллера, HIC-Lib, выдавал файлы в формате HDF5. Вот. И, собственно, сейчас это уже не используется, но вы просто можете иногда наткнуться на старые данные, и вам надо как-то их открыть. Так вот, открываются они вот таким образом. Значит, вот у вас здесь путь к вашему файлу, вы указываете, что вы хотите его прочитать, да, специальной библиотекой читаете. Дальше вы перечисляете ключи. А ключи – это хромосомы, просто они здесь вот так криво перечислены. Это просто живой пример. Так вот, 00 – это, скорее всего, хромосома 1, а 1,1 – это, по-видимому, хромосома уже 2, просто у них нумерация так началась. И если вы зададите, допустим, вот у этого объекта, да, мы считываем, как в словаре задаем там, что мы хотим посмотреть 19,19, это значит, что будет хромосома 19, или с учетом того, что у нас там все сдвинулось, видимо, это будет хромосома 20. Видите, здесь, ну, то, что два раза одно и то же число, означает тот факт, что мы смотрим взаимодействие хромосомы с самой собой. Так вот, здесь будет, опять же, питоновский массив. И что еще? Вот, все эти форматы можно конвертировать друг в друга. То есть, если вы встречаете HIC-формат, то вы можете его конвертировать в кул. Вот. И, соответственно, кажется, есть проблема с тем, чтобы конвертировать, например, кул формат в HIC, да, как видите. То есть в первой строчке у нас кул есть, а во второй HIC нет. Значит, это делается с помощью разных инструментов. Например, HIC Explorer. Да. HiSea Explorer отлично подходит для конвертации, его можно использовать. Но вообще бывает, знаете, тяжелый случай, когда кто-то решил сохранить матрицу контактов вообще в текстовом виде, а вам надо что-нибудь посмотреть. И вот для этого вы можете вообще из текстового файла сами создать cooler файл, cool файл. Для этого вам нужно создать вот такую вот табличку bins. Вам нужно создать табличку pixels, и, имея две вот эти вот таблицы, вы создаете cool-файл сами, если вам очень нужно. И, кстати, еще важная история про эти типы данных. Вы же уже смотрели в Highglass с Ириной, да?
Да, мы смотрели. А извините, пожалуйста, у нас просто время пары лекции уже закончилось. Мы сколько еще будем обсуждать? А мы все, вот смотрите, все, один слайд остался, все практически. Сейчас договорю быстро. Ну вот, собственно, как раз mCool файл — это ровно то, что отлично загружается в HighGlass. И почему я говорю о том, что иногда надо создать самому, потому что вы находите какие-то данные, вам надо просто посмотреть на них хотя бы, просто посмотреть. И приходится вот, как бы физически возможно из просто текстового файла создать самому cool файл, из cool файла сделать mCool файл, потому что как раз файлы mCool, они на самом деле создаются с помощью файла с одним разрешением, все с помощью тех же инструментов. Cooler. Вот, и вы можете, например, в Хайгласе посмотреть. Так что замечательный формат файлов рекомендую. Так, здесь перечислены полезные ссылки, какие бывают. И мы можем переходить к практической части после перерыва, видимо, да? Ну да. Угу. А сколько у вас перерыв обычно? Ну, на самом деле варьируется. Наверное, можно 15 минут сделать. Ну, давайте 15 сделаем. У меня там не то чтобы очень прям насыщенный семинар планируется. Значит, мы с вами сейчас, я должна задать вопрос, есть ли вопросы? Или если они есть, можно все равно их обсудить после перерыва. Вы подумайте. Прямо сейчас нету. Или есть? Прямо сейчас есть? Нет. Правильно? Ну ладно. Что-нибудь понятно? В принципе, да. Ну, отлично. Ладно, значит, встречаемся с вами через 15 минут. В час. Да, давайте так, в час встречаемся и будем проводить семинар. И если будут вопросы, обсудим также. Все, увидимся. Значит, по этой же ссылке. А, нет, по-моему, там ссылка другая. Хорошо, да, по семинарски. Да, отлично.